29 квартир идет. 29. Это все дома аварийные, которые на момент, вот, когда на первом порядке, это полностью закрывается. Да? А еще есть аварийные? У нас они есть, да, есть. Надо признавать, да, надо признавать, не стесняться, потому что и надо бы успеть это сделать до середины 2016 года, потому что все, что признаем на 1 января 2017 года, до 2020 года России, все, что пойдет позже, уже в программу не попадет. Документы мы будем отправлять в ноябре. Значит, вот, считайте, что где-то к августу у вас должно быть все сверстано по аварийной машине. Участок отдадите под застройку? Да, конечно. Сразу же мы его подготовим, мы сразу берем под застройку. Мы еще здесь параллельно расселим 16-й дом. Я думаю, что проблем не будет. У вас же 36 квартир. Мы теперь со сдачи этого дома, где у нас остаются еще проблемные дома по области, где бы программа не вкладывается. То, что мы до 2012 года признаны аварийными, мы до конца 2017 мы все планируем. Но сейчас у нас вот остались дома, где мы совсем выбились от графика. Что пока нет. У нас Щеглово. А остальные Бухтов, да? Они пока уже. Ну вот это правильный объект, потому что у нас здесь были проблемы с вами. Мы чуть-чуть отставали от графика. Было, сейчас, да. Сейчас посмотрели, все устранили, замечательно. Да. А сколько активно смотрите? Еще раз. Там все у вас хорошо. Юрьевич, этот дом осветили, и вот эту аллею сажали все вместе. И батюшка, отец Александр. Отлично. Хотел пошутить, чтобы дубы были только на аллее, а не во власти. Остальное все большое. Хотелось бы. Такие есть пожелания. Ну да, такой хороший где-то. С нашим. Так, теперь давайте поработаем. Быть добру. В городе и в этом доме.